слышишь? Милицию нет. Мы сейчас ее вызовем даже. Вы молодой человек в свободной стране живете. Я хочу узнать мотив. Если кто-то есть желающий, может приложить руку к протесту против зоофилов. Зоофилия пустила корни в нашем городе. Боритесь. Если мне нравится... Смотрите, что сейчас произошло. Я ему добавил прибавочной стоимости. Такой фонтан стоит 120 тысяч с установкой. Я как художник сейчас доработал его до его сметной стоимости в 400 тысяч. И хочу потребовать от господина Забелина 280 тысяч разницы. Да, я думаю, это справедливо. Это такая рубля типа кости. Чему это в нас, а что, таки в наш час я можно зарубить? Я с дельфинами, вам это нравится? Вам что нравится зоофилия? Что ты кричишь? Дети сношаются с дельфинами. На глазах у детей здесь. С Дома пионеров. Деды сношаются. Перший раз чую. Вот смотрите, что это такое? Что? Это что он делает? Вы поддерживаете зоофилию, да? Вы сюда только пришли, а я хожу сюда каждый день с ребенком. И детям нравилось, радовало глаз. А теперь что? Почему вы в кабинетах не боретесь, а вышли сюда и закрасили его? Как будто кровь течет с него. И зачем мы все таки порубили? Оце зачем их вы? Що я? Против зоофілії? А що ви оце зробили? Ви за те, щоб діти сношались. Ви за те, щоб діти сношались з дельфінами? Щоб зроблено це, щоб дебіли такі, як ви прийшли, це зробили таке, да? Ви зоофіл? Ні, вони мені геть не подобаються. Головне, як жінка, де вона посилася? Ну, так теж не можна робити, як робить цей чоловік. Це теж безкультур'я. Можна якось... Які слухання там, хай горожани висловлюються, але те, що він робить, це геть неправильно. Це сучасне мистецтво, коротше. І, якщо чесно, мені подобається. Це сучасне мистецтво. Виходить, фонтан, ну, начебто, гарний, розкішний, але діти в крові, тобто розкіш, щастя, куплені ціною життя людей. Thank you.